Тюмень присоединилась ко всероссийской акции «Баланс доверия». В этом году страна отмечает Международный день детского телефона доверия в необычном формате. В областной столице, как и в ряде других городов, прошел велопробег в поддержку горячей линии. На старт вышли спортсмены и любители, всего около 300 участников. Им предстояло проехать 4,5 километра. Хорошее настроение не испортила даже дождливая погода. Основная, конечно, цель – рассказать родителям, рассказать детям о том, что существует телефон доверия. Если вы попали в трудную жизненную ситуацию, есть куда позвонить, и вам действительно помогут. Совмещаем возможность действительно быть услышанным у ребенка с возможностью заниматься спортом. Ездим мы сегодня в лесопарке за Тюменским. Здесь достаточно хорошая инфраструктура именно для велосипедного спорта. Велоспортом я занимаюсь уже с сентября месяца прошлого года. Сегодня хорошая возможность показать себя, свои силы. Мне нравится здесь.